Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, на этой неделе еврейский народ читает недельную главу, которая называется «Бамидбар», что значит «в пустыне». Это название совпадает с названием книги. Почему? Потому что эта недельная глава является также первой недельной главой в этой книге. В русском языке эта книга называется «Книга чисел», в еврейском языке называется также «Бамидбар». Почему? Как вы, возможно, знаете, название недельных глав, так же, как название книг, происходит обычно от какого-то слова, которое находится в первом стихе первой главы. И вот в данном случае, в силу того, что мы начинаем читать одновременно и книгу, и главу, эти названия совпадают. Само название является весьма интересным. Почему? Потому что корень этого слова «дабер» — это три буквы «далет», «бет» и «рейш» — составляют также корень слова «двар», что буквально переводится как «слово». С древних времен считается, что именно в пустыне Бог говорит с людьми. Так было, когда люди, еврейский народ, вышел из Египта и шел в землю обетованную. Так было, когда еврейский народ отказался входить в землю обетованную и потом путешествовал по пустыне. Так было и в более поздние времена, в жизни пророков, в жизни сподвижников. Именно поэтому секты есеев часто располагали свои лагеря в пустыне. И первые монахи тоже очень часто уходили в пустыню. Я не буду давать оценку этим тому, но так с древних времен считалось. Это особенно интересно в свете того, что, как правило, недельная глава Бамидбар и начало книги начинают читать в канун праздника Господнего, который называется в еврейском языке Шавуот, а в других, в русском, например, языке он называется «Праздник Пятидесятницы». У этого праздника очень много особенностей. Я сделаю урок, посвященный ему, не буду сейчас вдаваться. Но одна из важных особенностей – этот праздник связывается с древних времен в еврейском народе с дарованием Торы Моисею. Именно поэтому он часто называется «Матан Тора», что значит «праздник дарования Торы». Как мы видим, эти вещи довольно тесно связаны. Еще один момент, который мы можем подчеркнуть из нашей недельной главы. На самом деле в ней не так много такой, я бы сказал, духовной информации. Почему? Потому что она не просто так называется «числа», да? Там содержится перечисление, вот особенно в этой недельной главе, перечисление колен, их расположение в стане, особое расположение колена левитов и священников, и трудно найти какие-то духовные истины. Я просмотрел многие комментарии различных раввинов, все, в общем-то, достаточно краткие. Но интересный момент, на который я обратил внимание, читая недельную главу. Бог повелел Моисею пересчитать воинов, то есть людей, способных держать в руках оружие и вести войну. Еще некоторое время назад народ израильский отказался входить в землю обетованную, испугавших тех людей, которые здесь жили. Мы это с вами прекрасно помним. Результатом их ропота стало то, что вместо того, чтобы войти в землю обетованную, они вынуждены были 40 лет ходить по пустыне. Но если мы посмотрим на то, что мы читаем в нашей недельной главе, мы увидим, что оказывается на тот момент у них было порядка 600 тысяч воинов. Это гигантская армия даже по сегодняшним меркам. Могу сказать, что для примера, сегодня в Израиле, если посчитать Израиль, страна, которая все время воюет, в которой одна из самых сильных армий в мире, сегодня насчитывает наша армия порядка 400 тысяч всех вместе взятых, там солдат, офицеров, всех. И тут мы с вами читаем, что у них была армия, которая по своей численности превосходит даже сегодняшнюю. Я уж про древние не говорю.
Отсюда мы делаем вывод, что причиной для страха, который помешал еврейскому народу войти в землю обетованную, была как раз не в народах, а в маловерии. Я повторял и повторяю, и буду повторять эту мысль многократно. Из-за неверия отцы наши не вошли в землю обетованную тогда, когда им было предназначено в первый раз. Из-за неверия мы получили вот этот кошмарный день в календаре еврейского народа, который называется 9 Ава. Впервые мы не вошли в него в землю обетованную, а в дальнейшем он стал самым черным днем в истории еврейского народа. Ибо в эти дни были разрушены оба храма, ибо в этот день начинались многие погромы и так далее, и так далее, и так далее.